Привет, друзья! Привела вас в очередной большой супермаркет, магазин. Это опять у нас который из дешевых, магазин Lidl. Но этот Lidl у нас уже не в Ньюпорте. Я вам показывала до этого в Ньюпорте, а это уже в Шанклине, где я работаю. Ну вот, сейчас вам немножко тоже покажу эти цены. Вот вы знаете, ищу кабачки, ищу баклажаны, хочу сделать икру баклажанов или кабачков. Вот вчера зашла в Алди, не нашла баклажанов. Вот здесь вроде вижу. Вот кабачки, видите, коржет 99 за килограмм. Все тут по 99 опять. Помидоры. Вот этот вот сладкий перец. Вот такой один огромный, видите. 99 пи за килограмм. Ну, ничего, вроде так цена. Так, а вот наши любимые абержин. Абержин — это баклажаны. 67 пи each. Представляете, как вот они дорого здесь у них стоят. 67 копеек. Вот такой вот маленький баклажан. Ну, придется брать, друзья. Что ж делать? Придется брать. Парочку возьму на икру. Очень хочу икру, но они такие свеженькие, видите, неплохие. Я парочку взяли. Вот я вам уже показывала вот эту брюкву, sweet называется по-английски. И вот я узнала, что она очень полезная. Никогда раньше я ее не ела. У нас, по-моему, она считается как комбикорм для животных. А здесь она вот sweet, видите, 48 пи each штучка. Хорошая цена, и она очень полезная, говорят друзья. И, кстати, вот эти кабачки мне очень нравятся. Вот 99 пи-ич. И, наверное, я опять возьму этот ич. Ой, хочу, хочу, хочу. Вот большой, хороший возьму. Возьму. Так, вот чесночок всегда нужен. Берем 69 пи. Дальше. Обязательно нужен нам. Ой, господи, как его зовут-то? Это имбирь. А по их это джинджа. Вот, джинджу возьмем. Я ее тоже везде добавляю. Полезная вещь. Вот, наверное, вот эту я возьму, да, красивенькую. Джинджу. А где про нее? А где про нее цена? Не вижу. Калифлауэр джинджа. Так, ладно, посмотрим. От Onions свежий лук 65 пи. Что-то как-то вот дороговато. А вот вы видите, друзья, середина, макушка лета. И вы можете заметить то, что у них овощной ряд, он абсолютно не меняется от зимы к лету. Все одно и то же. И даже то, что меня поразило, как я вам рассказывала, что я думала, что эти все помидоры, огурцы свежие, свежие этот вот здесь стручковая фасоль. Думала, она здесь на фермах производится. А ничего подобного, это все привезено. Египет, Израиль, Бангладеш, Таиланд, Турция. Все привезенное, друзья, это кошмар. Вот мой любимый овощ, авокадо. Вот они. Это называется аллигатор фрукт. Они разные, темные, светлые. Видите, 95 пи each. Очень дорогие. Но, друзья, я не могу, чтобы его не купить. Это самый-самый лучший овощ для здоровья. Особенно для женского здоровья. Поэтому берем, берем, берем. Вот опять этот селери. Все время одной цене. 49. Это сельдерей, как вы понимаете. Очень полезная вещь. Вот из него с морковкой сок по утрам. Великолепно. А помидоры что-то дорого. Представляете? 2,10. 2,10 за килограмм. И они хоть и красиво выглядят, но они твердые вообще. Не знаю. Вот и редиска, на мой взгляд, дорого, друзья. Я ее люблю очень. Вот смотрите, 250 грамм. 59 пи. Ну, это же очень дорого.
250 грамм, 59 пи. И откуда она опять? Опять она откуда-то приехала к нам. Сразу даже вам и не найду, наверное, информацию. British. Нет, это как неудивительно, British. Первый раз. Вот арбузики, друзья. 56 пи за килограмм. Ну, не знаю, пару-тройку килограмм. Паунд 50. Неплохие, но иногда бывает вообще никакие, как трава, не знаю. Ну вот, посмотрите, то, что я вам говорила опять. Вот видите, это фруктовый ряд. Вот это же яблоки. Просто, ну, зимние яблоки, друзья. Груши. Вон там эти, как их, мелон, вот, дыня. Уже у меня все ум за разум опять. Груши, дыни, виноград, груши, персики, яблоки, друзья. Но это же, вы представляете, это же не сезонные фрукты. Это у нас зимой и летом. Куда? Почему нет сезонных фруктов? Вот опять апельсины. Это вот такие вот продаются летом, в июле месяце фрукты, которые продаются и зимой. Вот абрикосы. Несчастные, недозрелые. Кстати, наверное, все равно возьму. Они полежат, они дойдут. А сколько они стоят, сейчас мы с вами посмотрим. Сколько стоят абрикосы? Полкилограмма. Руб 90. Ой, руб 19. Ой, не знаю. Ой, не знаю, брать, не брать. Вот нектарины. Полкилограмма 65. Представьте, какая разница. Нектарины. Вот они, нектарины. Ой, но они твердые, как камни. Вот бананы опять. 76 пи за килограмм. Нет, ну что это? Ну где? Ну где вот летние фрукты, боже? Так, ну вот клубника. Видите, какая красивая. Но она стробарис 400 грамм. 400 грамм, паунд 69. Тут вообще 1 килограмм 7300. 2,19 за 300 грамм. Ну, друзья, ну как, да, дорого. И потом, вы знаете, вот она опять не пахучая никакая. Мне кто-то сказал, вот ростбери, малина. Сколько стоит малина, не вижу. Не вижу цену на малину, тут сказать по правде так. Вот опять. Это вот 2 фунта за 200 грамм. Такая черешня. Ну, мыслимо разве за 2 фунта покупать черешню среди лета? Вот за килограмм рубль 49. Это голубика или черника. Тоже очень полезно. Не буду брать. Дорого. Вот это блэкбери, ежевика. Ежевика руб 49 также. А, нет, блюбери. Это вот черника руб 69, а блэкбери руб 49. Вот здесь есть такая великолепная вещь. Рассыпные с солью всякие орехи. Берете на вес. В общем-то, неплохо. Так, надо сейчас найти здесь кэшью. Потом вот этот вот, как он, господи, у меня уже фисташки. И вот этот дорогой миндаль. Все одинаково стоят. Руб 50 за 100 грамм. Сейчас возьму.